Сейчас испробуем карту Данила на 6 игроков. Создать наземные войска. А тут же, по сути, можно еще больше, да, игроков делать карты? Максимум 8. По-моему, там можно это... больше, нет? Раскидайтесь, я хочу это централизованно быть. В центре? Так, а пассива мы нормально распределим? Пассива? А кто у нас пассив? Пассив? Да. Так, можно теперь нам махнуть? Ну я, так сказать, уже на котлах такой более средний уровень игры. То есть более средний? Да ты нормально играешь за котлы? Бля, еще бы. Я сколько на них уже играю? На Винчи уже не играл давно. Вообще на других расах. Короче, давай мы с тобой поменяемся. Закерман. Да, да. Чё? Меня и себя поменяем с тобой. Ну давай. Блять. Не того нажал. Погоди. В смысле, так что ли? Давай направо переходи просто, а я сейчас заброшусь в первую команду. Дайте первую. Давайте просто все будем наблюдателями и будем смотреть, как боты играют друг с другом. Вот тут ошибись. Легко. С перерезами только. Блин, Закерман, перейди направо, пожалуйста. Да, блядь, я не пойму, куда направо? Я и так направо уже. А, блядь, вы говорите, что в этих... Так, да, блин. Я на карте думаю. Блядь, право, право. Говори вторую команду и все. Да. Ну, ой. Сейчас все будет. Зачем? Сейчас рядом с нами их появится неплохо. Ну чё, да нажимайте. А чё вы красного кинули? К жёлтому, к зелёному? Да, красного. На, блядь. Я ж переставился. Поехали. Вот так, вот так. Ну что, мы же сильные сейчас игроки. Все будет. Не, я нуб. Че ты так? Я не знаю, ни хера, блядь. На. Смотри, какой красивый расклад. У нас Квотлы, Винчи и Алины. А у вас два боссаных Винчи и боссаный Квотл. У нас поярче будет, мне кажется. Угу. Разнообразие. Бля, мне интересно, на кого сейчас нападут? У Ларкуса одна тактика. Нападать вдвоем на... На меня не нападайте. Это пиздец будет. Они перекинули уже. Я не слышат. Одни квотлы нормально. Хотя у них там было. Я реликвий больше соберу. Так, блин, непонятно, как тут шахты располагаются.
Так, а что, не против, если я город возьму? Вот этот. Лучше иди дальше по флангу. Ну, я попробую. А, ну да, они на меня хотят напасть. Растягивают. Понемногу. Так что это, готовься дефать. Я тогда телескоп. Блин, у меня кулдаун. Команде небольшой телескоп. Можешь разведчика подтянуть куда-нибудь в правый фланг, чтобы видеть? Фиолетовая, ты своего разведчика в левом фланге держи. Thank you.
А мне желтый идет. Мне придется дефани город. Где она, моя тающая хрень? Так, там что, никому помощь не нужна? Пока нет. Хорошо. Вон желтый идет, давай загасим гуся. А сейчас я добью эту штуку и сразу вернусь. Главное, стой за городом, чтобы он... Хотя к тебе зеленый идет, я к тебе пойду. А, у тебя там есть чем задыхать. Че, почему паузу поставили? Ой, это я, наверное. Советовать тебе идти? Да, конечно. Хочу, чтобы он меня гасил здесь. Просто желтый постоянно к нему ходит. Мне тяжело прийти на него. Как это не надо?
Так, сейчас я нападу на синего. К вам пошел. Я пошел на зеленого. Понял. Красный, ты-то куда ушел? По-моему, сейчас синий умрет. Красный, ну иди в центр, пожалуйста. Мне приходится мне... Я на синего пошел. Да не надо на синего идти, блин. Блять, ну, я синего снесу, будет их двое. В чем проблема? Тут просто гениальный создатель карты сделал гигантские стены между нами. Я не могу типа быстро приходить на помощь. Мне приходится центр отдавать. Центр же нормально еще держится. Так, блин, потому что я вернулся. То, блин, у меня войском уже проблемы. Thank you.
Раз желтый отходит к красному, я иду на желтый. Снес, короче, там еще армия с идолом. Фиолетовый, продержись до бункера. Видишь, да, где он ставится? Угу. Но это невозможно, наверное. Он его сейчас убьет. Блин. Ладно, иду к тебе. Желтый все равно к синему прикован. А, бункер отменяет, он сейчас... Короче, дефать. А, блин. А смысл бункера, он с пушками стреляет. Красный мог как раз по центру ударить. Ребят, я почти снес синего, ну. А, тут на меня желтый напал, ёбаный рот. Вот я тебе говорил.
Ребят, ну это капец, вы как-то не задушили посередине. Где у нас такая же армия? Я тебя предупреждал, мне приходилось... Ну-ка, в чем проблема, ты один на один с ним? Я не один на один с желтым был, я помогал фиолетовому. Я тебе много раз говорил, что типа я не могу... А фиолетовый тогда как продул? Короче. Один потек, все потекли. Игра простая. Так типа в этом проблема, что, как я тебе говорил, не уходи на синего. Помогал бы мне в центре, вообще бы спокойно в задев. Тут видишь, как карта устроена бегать? Мне тяжело помогать бегать. Очень много времени на это. Как будто, блин, с перелетами играем. Так, ну он сейчас на меня нападет. Теперь он на меня идет в центр. Ты понимаешь, что тут в одиночку никого ты не снесешь, потому что если ты у него города последние отожмешь, ему просто союзники дадут пару городов, и он снова будет держаться на плаву. Тут в одиночку типа нельзя играть, идти просто на своего противника в лоб. Сейчас приду. Он еще войско не слушается. Ты идет к хрен поймешку. Короче. Че по ресурсам у вас нет, короче. Не знаю, могу дракона создать. У меня 400 тимония, 1000 золота. Надо 600 золота. Где сейчас зеленый герой идет, надо там не пустить. С драконом есть. Сон золото
Thank you.